В Краснодарском крае объявлен старт прививочной кампании. Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционный график вакцинирования от гриппа. В этом году кампания началась раньше обычного и будет более масштабной. Специалисты рекомендуют прививаться в начале осенне-зимнего периода ежегодно. В настоящий момент в Северской ЦРБ представлена прививка против гриппа, которая называется «Совигрипп». Данная прививка показана всем, выполняется она ежегодно. Прививка имеет такой состав, который обновляется ежегодно согласно тому штамму вируса, который сейчас, значит, в основном имеет место быть. «Совигрипп» – это эффективная и безопасная вакцина от гриппа, произведенная в России. Препарат содержит только убитые вирусы гриппа. Данная прививка противопоказана тем людям, у которых есть аллергическая реакция на белок, вообще аллергические реакции на вакцинацию, а также беременным женщинам. Привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужен паспорт или медицинский полис.